Облачно с прояснениями, часам максимум дождь. Такое надворье прогнозуется на сераду. Ветер с порывами до 14 метров за секунду. У ночи до плюс 20 градусов, у день плюс 30, плюс 32. Оранжевый уровень небезопасности за спеки протягивается на Могилевщине. По словам синоптиков, надворье зараз вызначает атмосферный фронт и тропичная неустойливая поветренная масса. У четверг характер надворья практически не поменяется, только что слупок термометра крыху нижей. У день плюс 24, плюс 29 градусов по в области. У пятницу еще больше прохолоды, дневный слупок термометра максимально будет вздыматься только до плюс 25 градусов. А лето чекается без опадков. У выходные спека снова вернется на Могилевщину. Плюс 26, плюс 31 градус у день. И без дождей.